Друзья, всем привет! Пришла мне вот такая посылочка с сайта AliExpress. Здесь у нас написано Glockhess. Не знаю, как читается правильно по-английски, читаю по-немецки. Переводится как одежда. Продавец оценил ее 8 долларов. Так, тут я уже заметочки себе набросал. Здесь у нас винтажные леопардовые очки для ребенка из пластика. Очки детские, $1,75 они стоят, 92 рубля. Вот, шли они ровно месяц. Упаковано очень хорошо, я думаю, тут упаковочка такая приличная. Так что очень странно, что очки за 90 рублей так качественно пакуют. А, что интересно, тут даже название магазина где-то было. Вот. Вот. Потому что штрих-номер, по этому штрих-коду я не смог найти товар. Но зашел к ним на сайт, вот сюда, и увидел то, что там вот эта одежда всякая, очки. И сразу понял, что это как раз очки, которые я заказывал. Да, ой, ужас, что нас ждет. Это пенопласт. Просто я не хочу, чтобы он тут сейчас накрышил сильно на столе у меня. Потому что распаковки я провожу в зале у себя. Пока ребенка жена отвлекает в комнате. Так. Вот такая вот упаковочка. Да, плохо видно. Вот, да. В таких упаковках обычно приходят телефоны из Китая. Так, вот мы ее распаковали практически. Та-да-дам, открываем крышку, и там ящик Пандоры. Вау, какая красота. Уф, такая упаковочка. Я ее себе оставлю. Буду что-нибудь родителям пересылать. Мне вот такие вот у нас очочки, дик, маркировочка, маденщина. О, вы знаете, они классные. Да они реально классные, ребят. Так, давайте сделаем вот так вот. Вот. Такие моднявые. Пластик такой, знаете, легенький, качественный. Мне кажется, они чуть для моей дочки будут широковаты. Ну, проверим, проверим. Ей очень нравятся очки. Она постоянно у нас с женой отбирает их. Пытается одеть себе на голову. Так, вот такие линзы. Ну, знаете, линзы, кажется, прям, чтобы они прям свет, ну, то есть, прям прозрачные. Но все-таки темноту они какую-то дают. Сейчас я примерю даже себе. Да вы знаете, они даже качественнее, чем наши очки, которые продаются за 300 рублей. Это все одно и то же. Это все заказывается в Китае, и по 300, по 400 рублей продаются на рынках и на улице. А вот им цена, 90 рублей. Они даже на мою голову подходят. Но они такие маловаты, жмут. Ну, интересно будет посмотреть, как на моей дочке смотрятся. Фотографии на YouTube добавить нельзя, поэтому я скину фотографии в группу ВКонтакте свою. Вот, можете перейти по ссылочке и просмотреть фотографии моей дочки в этих очках. Так что советую продавца, заходите по ссылке, заказывайте данное сие чудо инженерской мысли. Очень так все качественно, ничего не потерто, все хорошо. Тут даже вот такая вот бабочка со стразиком. Вообще классные очки, мне им очень нравятся. Я Жене такие заказал. Там разные расцветки есть у продавца, там всякие фиолетовые, красные, желтые, все что угодно. Ну, я с вами прощаюсь. Заходите в группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!